Всем привет, с вами Нуб. Сегодня у нас прохождение очередного хака Соника. Да, в этот раз у нас Соник упал в мир Марио. И будет он у нас собирать грибы, монеты и убивать злостных и ужасных. Вот жизнь. Баузеров всяких там. Блин, надо было цветок здесь убивать, да? Я ступил. Сколько там? Здесь, кстати, звездочка так же, как в самом Марио. Это вообще прикольно сделали. Соник в мире Марио, вот вообще круто. Многие, наверное, об этом мечтали соединить две игры. Вот вам игра. Вот смотрите, вот Соник теперь у нас стреляет фаерболами. Как Марио. Чу, круто, да? Не надо мне напрягаться, кому-то на голову прыгать. Зачем мне это, если я могу стрельнуть, да? Чё, флаг вылез? Только у нас Эггмана нету. Ворд 1 и 2. Сходим. Цветок возьмем. Он не допрыгнет там. Ну ладно. Так, мы немного срежем, чтобы особо не фейдить. Ну вот мы тупо пробежим весь уровень и все. Наверное, срежем. Хотя не знаю, сейчас посмотрим. Так, я не помню, в какой трубе Койлуэн. Вроде четвертый тут, третий тут, второй, да? Давайте на середину залезем. Да, тут вроде третий. Блин, я в третий поломал, в четвертый. Ну, ничего страшного. Соник у нас все теперь супер. Ой, бля. Все, и фаербол не стреляет, и все делает он может. При этом прыгает так же, только он не разгоняется здесь. Как в оригинале. Зачем разгоняться, когда может стрельнуть, да? Вот мы звездочку взяли. И бежим. Ой. И вот так же, как и в Марио, он на этой пружинке у нас будет. Блин, теперь тут опасно. Тут надо где-то выбить грибок. А его нету еще тут. Ну вообще круто, в оригинале есть. Ничего страшного. Кстати, тут жизнь вроде набить можно. Блять, не получилось. Так, лучше мы вот это сохранение запустим, чтобы... Нет, держите, мне так не нравится. Что такое? Я хочу честно играть. А это уже нечестно. Когда я умираю. Пиздуйте набивание. Всех будем фарболами. Стрельните мне. Там же звездочку я пропустил. Здесь нельзя вернуться. Что за лагерь ночь? А, она просто вот так вот прыгает и все. Жесть. Thank you.
я устал нажимать на ракушные кнопки. Вот это... Игра. Что-то как-то он все резко делает, все быстро. Настолько он быстрый стал, что я же, блядь... Резко все делает он быстро. Опа, спрятался. А где у нас Эггман? Доктор Роботоник, Роботник, блядь. Как там его еще называют, всяко по-разному. Нет у нас его здесь. Потому что нас не ебали. Два. Две пумбы, блядь. Упы, две пумбы. Бежим. Нормально мы так набьем сейчас себе на жизнь. Ты же... Ты что такое? Да я хочу запрыгнуть на эту куклу. Вот я хотел ее взять, но она убежала, эта звездочка. Она меня обманула. Не, даже, заметьте, в... Ой, только хотел сказать, что в этой... В этом хаке легче играть, чем в самом Марио, но это не так. Хотя... Даже, наверное, легче. Немного. Ну, бежишь тупо, арт обстрел, все. Как он перелетает, я понять не могу. Взяли звезду и мы бежим! Бежим! Опасно, бля! У некоторых мне это все равно сложнее, чем саму Марио. И он не допрыгивает там. А, надо разгон делать, просто у меня неудобно. Перенастраивать пока не хочу. Мне неудобно, блять, стрелять. Ну стрелять это же бег на кнопке А. Ну, на сеговском торжестве. И прыжок С, блять, стоит, а не Б, чтобы вместе было. Мне не очень удобно нажимать А и Б сразу, блять, у меня. Пальцы не такие длинные. Так, кстати, не забыли сохранить. Кто знает, мы сейчас все заходим здесь. Чего она не опускается? Нее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 eee Попробуем так пойти, не получится заново. Да, понятно, лучше уже сохранили. Лучше уже запустить сохранение. О, я там мог бы и на жизнь накопить, да? Прикольно так-то, в Марио это нельзя было сделать. Хотя можно в одной из частей, в третьей части что ли, в Марио. Да, это можно сделать. На врагах так накопить жизнь все. Я видел, как это делали. Проходили там. Видео прохождение. Ну а это хак. Так что тут... Тут можно все, да? Сколько очков дают, непонятно. Прыгаю на этот флаг. Кстати, у нас Соник написано слева, да? А не Марио. Тоже тут изменили. Прикольно. Четвертый уровень. А нет, 3-4. О, первый босс. Ой, что-то народ я сразу зафейлил. Ну как? Тут нереально. А? Что за бред, смотрите, он даже... Как тут запомнить? А, вот. Ну тут зафейлишь по-любому. Блять, ну можно как-то без фейла же прибор должен... НЕЕТ! Блять, это жесть.
быть замки дракона самого. Как все серьезно, блядь. Баузера. Ну давай, свой огонь, жесть. О, а как там? Нифига он стреляет по два раза, народ. Пизду идите. Саник был красным, стал синим, так неожиданно. Да блядь, тут по-любому надо синим быть. Вообще не стреляться. Блядь, нет, это не то. Блядь, это тоже не то. Сейчас подождите. Во. А! Вот это да. Еще и цветок возьмем еще один. Блять, это бред! Что такое было, блядь? Я забыл, как я тут проходил. Да что за... Что это такое-то? Теперь второе место, блядь, тупое. Одно пройдешь, это как... В японском Марио, блядь. Кэт Марио. Да стукни ты башкой-то. Кстати, его тоже надо будет пройти, чтобы показать вам, насколько оно хардкорно. Хотя все уже, наверное, видели это. Японское Марио, блядь. Мэка Марио или Кэт Марио, переделанная версия. Хакнутая. Или Тролль Марио. Еще есть. Цена жестокая. Так, перед одним мы сохранимся. Вот он по два, по три фаербола хуярит. Как тут увернуться, я не знаю. На, блядь, по башке. Мне тупо повезло. И чё? Облом, говорит, иди, говорит. Спасибо, Соник. Ха-ха, теперь у нас Соник спасает. Принцесса находится в следующем замке, да-да-да. Четвертый уровень. Это он самый тупой. С этими вонючими солнышками. Что сохраняться, блядь, каждые 5 минут. О, как я выбил ее! Я еще и красный. Хотя бы синим был бы, чтобы выжить, блядь. Уаа, нифига он прям мне перед этим. А, солнышко убежало. В этой версии, походу, полегче сделали. Да что-то он слишком рано убежало, блядь. А, вон, а куда запнул, что-то я ступил. Хотя тут смысла вроде нету, что ты выше прыгнешь, что ниже, очков что-то не дают. Хотя, по крайней мере, не высвечиваются очки. Второй уровень. Все серьезно. Опа, вот как, да? Я думал... Вот сейчас... Вот как это место проходить, бля? Тут по-любому можно долететь. Вот я так и знал. Смысл-то, что я взял грипп этот? Да, тут жесть, тут надо стреляться уже. Что это такое? Тут надо стреляющимся, блядь. Я хотя бы ломать, блядь. Эти, блядь. Да как? Пидор, блядь. Ну, давай пробуем пройти. Ой, что-то я зацепил.
Опасно, блядь, здесь стреляться надо. Да, блядь. Каким бы Марио так прыгал, он бы все бы уровни проходил за раз. Блядь, вот сюда не запрыгнуть, да? Нет, вот. Бонус тот же есть. Воу, как в него попасть? Как хуйня, тупо вверх. Ну ладно. Побежали дальше. Да блин, нет. Нормально, чё. Блин, чё за фигня? Мы также срежем, потому что игра не легкая так-то. Сразу пятый уровень вроде, пятый, наверное, да? Да, пятый должен быть. Вот пять. Ой, я зафейдил. Как он меня задел? Ой, что-то я вообще нихуя не вижу. Бля, народ, что за бред, все светлое и не видно. И Соник резкий, как хрен знает что. Ну ладно, это его профи. Ой, звезда улетела. Ой, чё это я не прыгнул? Блин, да я этот уровень походу не пройду. Или нет? Блин. Так-то прикольно. Бежим, ту-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 ту. Чё это было? Нифига себе, прям, блядь. Ты чё? Лол. А жизнь дадут? Нет, кстати, жизнь не дадут, но я могу накопить очков до хера. А смысл? Застрял бедный Соник. Что за бред, и сколько накопить так можно? Пока время не кончится. Давайте до 200, а потом пойду, если я не умру, конечно. Что за бред, народ? Пиздец. Чё бы жизнь, если дували, я бы уже 500 жизней тут бы накопил. И он быстро прыгает. Жесть. В любой другой игре бы уже был много жизни за это, блядь. Застрял, блядь. 40 тысяч накопил. Чё, и жизнь, да? Жесть, да? Эти-то не стреляют? Я же говорю, на А надо, блять, мне не очень удобно, я, короче, на А нажал на кнопку. На сеговском джойстике 6 кнопок. И когда переводил на С, не очень удобно было, блять. Нет, потому что настройки так, переделать неохота. На А бежать у меня и стрелять, как бы, а на С прыгать, хуй. Чё-то цвет меняется, у тебя.
Вообще и черепаху убил, и гриб взял. Я вообще эпик. Соник эпик у нас. Надо. Ну тут черепашки не такие сложные, как в оригинале. Да? Вроде. Блин. Бежим. Да нет, всё-таки. Опа, зафейлил. Бля. Опасно. Ой, и со звездой улетел вниз. Не, не надо мне. Может, трубу можно? Как так? Жесть. А что ты тут можешь просто? Опа, даже топор можно отбить. Нифига себе. Ой, подстава, бля. Что это сейчас было опять? Что за... Что с игрой происходит? Я падаю в такие эти моменты, блядь, и как будто... Блядь, кирпич оказывается, если надо, что-то есть. Невидимый, блядь, кирпич, запрыгни на него. А, это пилка была, блядь, я идиот. Вот цветок. То есть могу черепаху убивать, брата. Вот и все. Че, он не умирает, блин, Никита? Нормально, набил. Так, лучше поехал, пойдем. Не, бля, народ, что это было сейчас? Мне не надо вот это. Блять. Да ладно, может дойду. Сейчас сразу умру, что умру. Или нет? Или сохранять, или не сохранять? Да ладно, надеюсь, нормально будет. 6 жизней все равно. Мне бы хотя бы гриб. Может, еще сейчас на жизнь будет. Но нет, так-то. Вот гриб. Это монетка, лол. Опасно было. Мне вообще тут опасно ходить. Где-то должен быть гриб. Ой, чё он улетел тут? Он даже мне не причинил урона. А, он тут так допрыгнет, это же не Марио. Блядь, не получилось. Вот сейчас я нажал, побежал и не успел на С. Это, блядь, неудобно все равно. Так, они же не вместе эти кнопки находятся. Между ними кнопка Б есть. 5-4, блядь. Толк, блядь, пиздец. Тут по-любому надо быть слепым. А вон он есть. Это монета, шо за бред? Оу-оу. И по низу, значит, надо.
Вау! Чё это было сейчас? Ой, нет, нет, народ. Не, вы чё, гоните, что ли? Да как он как-то летит то долго, то быстро, непонятно, блядь, какой-то Соник странный. Чё, красный, блядь. Вот я хотел... А-ха-ха, прикол. Да, я понял, прикол. Смотри, туда сразу, я это помню. Блядь, потому что я когда-то играл уже в эту часть. Опасный, блядь. Он там. Блядь, я еще пробивать не... На, блядь, по башке. Вообще опасный. С одного удара его вниз. Даже в оригинале вроде несколько ударов надо сделать. А нет, там не надо, блядь. Там надо ключик нажать просто и все. Который откроет, блядь, дорогу. Блядь, не дорогу. Ну, поднимем земля, ой, камни, которые обрушатся под ним, блядь. Ой, ночной и опять солнце, бля. Бля, солнце, бля, не бля, гриб хотел сказать, бля, солнце. Да все солнце нету, че, блядь. Че это, что за лол сейчас был, я стукнул, и там кирпич появился. Бля, народ, что тут вообще не так творится. А, я сломал его, и там уже мог бы. Нихуя ухуярит, блядь. Вообще не люблю эту тучку. Кстати, даже в самой оригинальной игре я не любил. А здесь-то. Нихуя они бегают тут. Как он не умер? Бред! Столько раз на нее пытался плюнуть, не получилось ни разу. Да ебучая туча, блядь! Смотрите, он запускает каждую секунду, как я прыгаю. Это, блядь, ебаный разработчик, блядь, как это сделал? Он как-то летает непонятно, блядь. На, блядь! Заебал, блядь, летает, летает, летает. Лол, блядь, только убил. Улетел сквозь стены. Что вообще в этом хаке происходит? Сразу две запустил. Я вообще в шоке. Так как он меня задел-то? Сдохни, мразь, ебаная, блядь. Ой, бля, народ, я не туда нажал. Я стоял 5 в 8 нажал. И у меня старую загрузило. Блять, вот сейчас в 8 надо нажать. Что за бред? Что такое-то, что с Соником-то сегодня? Какой-то он, блядь, быстрый, слишком уж. Блядь, наконец-то я этого пидора нормально убил. Облако это вонючее, блядь. О, 91! На, копилку найти, блядь. Как обычно, когда надо, нету. 7 монет осталось, представляете? Бред. Вот, смотрите, прикол. Тут на концы краев попадаешь и не умрешь, короче. Ну, хак облегчили, чтобы легче было проходить. Дом копилки где-нибудь есть. Просто я не знаю, где эта хрень. Во, бля, запрыгнул. И чё, толк-то? Очки не дали вроде, да? Или дали? Непонятно.
Какой это, блядь, тут же 8 миров. Боже. Это только 6 еще, бля. Ничего, мы сейчас пройдем все. По максимуму все пройдем. Что это такое? Лол. Невидимые, блядь. Он сразу спалился этот кубик, даже когда я еще. Что-то с этой игрой творится неладно. Здесь нельзя в турнике вообще что ли упасть? Здесь запилил. Бля. Я хочу в турбу какой-нибудь бонус или еще что-нибудь подобное. Вот в этой оригинале можно. Здесь нельзя, да? Что такое происходит? Блять, как я так зафейлил? Еще и убил. А что он тупит-то? Я хочу наверх там еще больше никак не пойти. Блин, теперь у меня даже грибка нету. Одни цветы везде кусающиеся. Чё это хрень-то вообще? Всё, пройден. 99. Надеюсь, еще одну монетку я найду. И чё, мне дадут жизнь или чё? Какой у меня жизни сейчас? 6 жизней. Окей. Ну, 99 монет, я же говорил. Сейчас монету найдем и все, главное найти ее. Сейчас, наверное, она вон не смеется. Ага, прикол. Типа допрыгнешь сам, да? Вот жизнь должны дать, но не обязаны. Как ее брать? Лол, в оригинале-то. Там вроде платформа под ней или кубик какой-то был, здесь ничего нет. Опасно. А чего этот кубик здесь? Блять, а как там? Не понял я что-то. Логики немного. А. Ага, все понятно. Нет! Идиот! А, ну тут можно запрыгнуть. Стюпид! Не, лол, что это было? Он резко прыгает. И вот, блять, из-за этого фейлы. Блять, народ, это сложно, я вам говорю. Ты не просто так взял и, блядь, Марио прыгнул. Блять, прыгаешь, он у тебя резко влево бежит или резко вправо. Это как в этом тоже. В Шреке в первой части. Шрек. Прохождение у меня тоже есть. О! Хак, вернее, игры, это Шрек, первая часть. Там это вообще игра ужасная. Ну, чё это такое было сейчас? Ой, ну тут надо быть синим, как минимум. Хотя... Во! Блядь! Почти прошел. Может, еще грибок успею взять, нет? Главное не тупить, блядь. Там грибок, там монетка.
прыгай. Нормально. Тут опасно сейчас будет. Огонь! Соник у нас огненный, блядь. Это Наклз, а не Соник, блядь, на огонь писать. Потом превращается в Соник. Ой, что я зафейл. Ну, уже дракон. Дракошка, милый наш дракон. Баузер. Хуяузер. Хуяузер. Блять, что это было? Все? Босс легче, чем уровень в 10 раз. Спасибо, Соник. Принцесса находится в другом замке. Да мне срать! Я вообще не принцессу спасаю. Это у нас робот не принцессу, да, переоделся, блядь. Я вот, ну ладно, тогда мне она нужна, эта принцесса, чтобы убить ее, блядь. Ой, нифига себе жестоко. Ты что такое, это народ? Это бред! Сдохни, блядь. Там по-любому грибок где-то был, нет? Блин, вот в той по-любому был. Ладно, мы так без грибков пройдем. У нас есть F5. Так что... О, опасные типы. Мы их даже не сможем перепрыгнуть, потому что... Снубили. Как так? Что-то происходит с игрой непонятное. Прям на него прыгнул же. Нифига она резко летит. На, блядь, по голове. Вот я же говорил, здесь грибок, блядь. Уж я с оригинала вроде помню, то что это бред. То что там грибок был. А если прикинь бы еще эти стрелялись, вообще бы хардкор еще был. О, тут цветок еще есть, для этого вообще норм. Тут крас против черепах. По-любому где-то что-то есть. Нет? Соник настолько силен стал, мощен. Что аж, блядь, своей гривой кирпичи пробивает. Ох ты, сучка! Садил он меня все-таки. Ладно, здесь дальше я пройду уже без проблем. Ага. Всю жизнь какая-то проблема появится, тупая. Больше не хочу набивать. Я там умереть можно тоже. Тут просто упал. И чё это такое было сейчас? Тут вообще не бежит как-то и не прыгает, блядь. Чё за бред? Какие-то броневики смешные, блядь. Седьмой уровень, первый акт пройден седьмого уровня. О, вода, блядь, как же я ненавижу воду в любом уровне. Блядь, уже зафейли. Бля, народ не по-другому постарается. Они же ездят, когда только сам делаешься вверх. Что за бред тут изменили? Ну, честно уже. Бред, ёбаный. Тут по-любому не наш обстрелялся. Они же подлетают тогда только, когда ты подлетаешь.
так их в крысу убивать и все. Блять, как он меня там задевает? Да в них не попасть. Самые опасные медузы даже в оригинале не так сложно было. Сдохни, мразь, бля. Я наглый. Сохранился тоже, блядь, неожиданно, да? В рыбках. Как? А, блядь, вонючий уровень пройден. 7 и 3. О, рыбы, бля. Блять, задел! Пробуем так пройти. Блять, тут нереально. Так как она мне задела эту вонючую рыбу, блять? Что сейчас было? А их вот так наебать может таким образом. Вообще тупо около меня подлетели и ничего не задели. Не, бля, народ, это не то. Бля, ну это просто фейлить не обладу, и охота до Баузера дойти. Вот так заводил. Кстати, вроде его можно тыками заводить. 55 тысяч ровно. Что-то вроде очков больше не дают, больше 55 тысяч. Тут раз так же было, 55. Во, у нас Боузер, сейчас пробуем дойти с пулками. Во, да тут опасно. О, еще и с этим. Блять, вроде сюда. Тут сюда. Да, потом. Снизу, наверное, да? Так, тут сохраним. Прям сверху. Потом. Вниз, так. Нет? Да. Пиздец, я с первого раза прошел. Эту хрень, которая, блядь, запутанная-то.
Ой, главное не зависнуть, блядь. Ты зависнуть же можешь. Хак. Да, тупо застрелил его. Чё, кто из нас может фаербол не стрелять? Я? Конечно же я. Баузер сосал. Ход тут максимальное количество очков 55 тысяч. Я уже это заметил, и вы, наверное. Потому что я сколько, блядь, не стреляю, не убиваю. Я вообще всем похуй. Я вам только знаю. Видите, даже очки уже не набиваются. Вот две... А, нет, дали. Странно, а за Баузера вообще ноль дали. А, наверное, прыгнуть надо было, да, наверное? Вот гады. И вот видите, смотрите, стрельбой не дают очки. Типа, смысл в том, что всех надо убивать, прыгать на них. Вы ёбнулись, что ли, они собираются этим заниматься? Видите, стрельбой не дают очки, блядь. Пока прыгаешь, дают, бред какой-то, блядь. Так сложно играть, еще, блядь, прыгать на них, чтобы очки заработать. Пизду вас, блядь. Цветок. Ебать, все затряслось, бежим, бежим, Соник, бежим! Пизду, блядь. Как орехи. Ой, бля, народ. Ой. А тут так нужно, да, так нужно. Типа, наверное, читерское оружие из-за этого сделать, потому что блять, просто всех убивает легко, вынося, блять. Даже в Марио иногда можно было зафейлить фаербол. Чё, перелететь можно? Спокойно. Чё-то близко поставлено, странно, блядь. Соник не туда убежал. Вон он бежит, блять. Куда он побежал-то? Флаг вообще не оттуда вылез. Что за бред? О, нет, надо убить его срочно. Ты все, блядь. Пизду мне это. Проблемы с этим. Облаком гребаным вонючим. Главное, чтобы он дальше не перевез. Чё за... Бред, я попасть не могу. Смысл вот это? Ряд кирпичей вверху. Я вообще не могу. Вот цветок дали еще один. Я уже должен стрелять, блядь. Смотрите, как я стреляю долго в них, они, блядь, начинают краснеть. Что-то другие краснеют. Вон, и они отбегают. Понял, да? Надо просто в одного стрелять. Вон, они покраснели. А, нет, когда подходишь к ним, они краснеют. Че, гоните, что ли? Баглятся хули. Вон, покраснел, блядь. Тут опасно сейчас было. Ой. Опа, ты че не вылетает, да? Прикол сделали, бля. Пиздец, так-то не прикол. Бля, народ, что делать-то? А может тут трубу можно залезть? В данном случае. Хуй, блядь. Не в трубу. Ой. Я хотел сохраниться в удобном положении. Ой, я не смогу опять нажал, блядь. Сохраниться, когда умираешь. И у меня как-то было такое, это ужасно. Блять, запрыгнуть туда, блять.
Бля, это место самое ужасное, вообще непроходимое. С разгоном, а просто все. Пизду, блядь. С первого раза сразу пошел. Ебать, они тут все агрятся, что за бред? Чего они все красные-то становятся? Что за хуйня происходит с модами? Чего они краснеют? И этот краснеет, а этот не краснеет. Ой. Бля, да народ, это смешно. Как так он так коряво прыгает? Что за... Почему нормально он прыгает, блядь? Ой, главное не перелететь, зависнет нахуй. И все, игру мы не пройдем никогда больше в жизни. Потому что я как-то уже проходил. Чуть-чуть. И был у меня такой лаг. Пиздо. 8.3. Ебать, все серьезно, прям как в Марио. Стена сзади. Где стреляющиеся танки? Блять, мы уже зафейлили. На обычной цветке. Нихуя метки, да? Прям во всех попадаю. С одного пуля. Это не черепашки, блядь, везде. Блядь, смотрите, вот это самое сложное, я помню. Короче, с такими прыжками тут... Видите, уже все зафейлил. Блять. Надо через одну прыгать. Потому что больше никак. А, конец уже. Блин, у меня не хватило 7 монет для жизни. У меня 60. Все, мы попадаем в замок. Спасать принцессу. А вернее, доктор Роботника искать, чтобы убить его. Да, музыка прикольная. О, тут же тоже искать надо, блядь. Вроде второй. Да, вторая. Ой. Блядь. Давайте будем... Мы так запутаемся, бля. А, там же появился, не надо там сохраняться. Вернее, туда телепортироваться. Сюда вроде надо. Да. Потом я не помню куда. В оригинале вроде вот туда тут было. А, он сюда вообще не спускается. Блин. А, вон в ту вроде. Да, вон тут даже есть специальный кубик. Да, у нас даже изменилось. Другому стал. Дальше надо бежать. Ой. Ничего зафейлили. Это нехорошо. Вроде тут здесь надо залазить. Блять, нет. А если в эту? Это нельзя.
Вот в эту вроде бы. Трубу. Да. Запомнить несложно. Бля, на Соник настолько крут, что на расстоянии все убивает, хуям. Ещё при этом живой, блядь, этот фаербол сам наворачивает. Во, попал. Норм. 84. Сейчас всё серьёзно. Всё серьёзно как? Какой мощный босс-то был, это не настоящий был. Он принцесса. Что с ней делать, я не помню. Иди туда к ней. Привет, подруга! Thank you, Sonic, the kingdom is safe, night, try again. Спасибо, Sonic, что-то там. Ты спас принцессу и... Now, try again. Ты приебал почему-то. Всё? Игра пройдена. Sonic Jump 6. Хак на Соника. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Нуб, это было очередное новое прохождение Соника на Сегу Мега Драйв. Всем пока!